криптовалюта может покорить космическое пространство. Роман Кошляк, бывший инженер-программист Фейсбука и нынешний генеральный директор Втроидер, подал петицию в НАСА на проведение эксперимента по отправке биткоин на Марс. Как заявляет эксперт, если в ближайшем будущем мы покорим Марс как планету для жизни, то уже сейчас должны быть созданы основная экономическая платформа и собственная валюта. Традиционные банковские системы не подходят из-за низкого качества интернет-соединения, в то время как криптовалюты могут с этим справиться. Этот эксперимент в будущем поможет решить сразу несколько проблем человечества, в том числе и перенаселение.